Символом несгибаемого патриотического духа для советского народа стала Великая Отечественная война. Невиданная по своему размаху, ожесточенности и потерям, она унесла десятки миллионов жизней. Великая Отечественная война – самая яркая, самая героическая страница в истории Советского Союза и его вооруженных сил. 1418 дней и ночей ожесточенных боев с фашистскими захватчиками. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны более 7 миллионов человек было награждено орденами и медалями, свыше 11 тысяч удостоено звания Героя Советского Союза. Тысячи и тысячи солдат были представлены к высшим боевым наградам за беспримерный героизм и мужество, но по разным причинам награды не нашли героев. В сердцах прогрессивного человечества не померкнет слава советскому воину-освободителю. На фронтах Великой Отечественной войны из Южной Осетии сражалось более 23 тысяч воинов. Это каждый пятый житель тогдашней Юго-Осетинской автономной области. На Баку есть славянский гражданин, значит, он фехустов. А он стамил, и их садмели там, курсы тума. Стеши там, на хозе гаже тума, 3 декабря, чинжах там, тума, модно на дескот. Двое сады, жаден в сады. 44-й, 56-й год. Штербузный на ветеран тен, чидарит перестец, махцебафенцени, советен умей. Сене зарфекенен, бире ненизина, бире хурзина, ама бире отчин сардматсфекену уйбер самунсен, усавесес поварсен. 32 осетина стали героями Советского Союза, из них 8 из Южной Осетии. Почти 90% из них не вернулись с поля боя. 8 тысяч по сей день считаются пропавшими без вести. Ни один народ не дал миру столько героев и генералов в процентном соотношении по отношению к своей численности, как осетины. Южная Осетия дала фронту 22 тысячи воинов. Это 22% всего населения. Много или мало? Чтобы вам было известно, в любой войне обычно на фронт забирается 15-17% населения. То есть даже в случае тотальной мобилизации у нас этот показатель составлял 22%. Из этих 22 тысяч 13 тысяч были награждены боевыми наградами Родины. Осетия дала фронту 100 тысяч человек, половина из них погибла. 58 героев насчитывается из Осетии Советского Союза, из них 35 осетины. Еще 36 было представлено званию Героя Советского Союза, они в силу определенных причин не получили вот это звание. 35 генералам, 35 человеку было присвоено генеральское звание. Известно, что в процентном отношении нам не надо об этом умалчивать, надо нам знать, что это официальные данные. Если боевые действия не дошли до территории Южной Осетии, лозунг «Все для фронта, все для победы» сполна реализовывался здесь. От мала до велика ковали победу, которая настала 9 мая 1945 года. Своих героев с фронта ждали города и села Южной Осетии. В полуопустевшие села возвращалась жизнь. Многие не дождали своих сыновей, братьев, отцов, сестер, дочерей. Проходят дни, месяцы, годы, но подвиг советского солдата не меркнет. Ярким примером для подражания остается для последующих поколений, живущих на земле. По всем городам и селам Республики Южная Осетия потомки воздвигли обелиски славы, памятники своим защитникам, ушедших на фронт. В общем счете, по всей Южной Осетии в районах и городах воздвигли более 50 обелисков славы. Столица Южной Осетии – Цхинвал, город Куайса, Цхинвальский район, Ленингорский район, Знаурский район, Дзаусский район. Нынешние поколения живущих здесь гордятся своими славными сынами и дочерями. Кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то.
превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клину славы. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаи я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи покликая, всех вас, кого оставил на земле. Склони голову перед памятью. Он отдал жизнь во имя твоей счастливой, благополучной жизни. Помни. Пусть не померкнет подвиг советского воина-освободителя. Им, спасшим мир от фашизма, вечная память, вечная слава.